Нахрена я вообще это делаю? Мне просто сложновато все шепотом говорить. Я обычно на стримах очень много ору. Привет всем. Привет. Андреас, Хеймдаль, Став, Фокси. Кто там еще? О, зачем ты ко мне привел людей? Не надо, я стесняюсь. Не надо ко мне никого приводить. Я буду сейчас краснее. Я просто... Хочу вам сегодня рассказать, зачем я решила делать ASMR-стрим. Привет, Скиди, привет, привет. Мне надо попить, короче, я не могу. И мне нужно разобраться вообще. А могу ли я как-то шевелиться? Ну, слышно, это все не слышно, все такое, короче. Сейчас, секунду. Сделать такой типа темный экран. Вот. Это хорошо, что без выбора качества. Это очень хорошо. А, короче, давайте. Всем привет. Я так долго катаюсь к этому стриму. Я очень много чего хотела вам рассказать. Привет, Тём. И сейчас вообще не знаю, что сказать. С чего начать, Тём? Начну с чего-нибудь. Короче. Славик, приветик. Наушники на голову, стартуем. Куда? Привет, Никит. Привет, Владимир. Не, не хорошо. Я имею в виду, хорошо, что без выбора качества. Потому что я стесняюсь. Вот почему. На своем канале ASMR стримы. Значит, начнем с того, что такое ASMR вообще и нахрена мне это надо, да? Сколько у вас сейчас? Мне кажется, Twitch вообще не работает. Став, я про это ничего не знаю. Как я могу про это рассказывать? Ладно, мне надо чуть-чуть. Вот прикиньте, шепотом разговариваю, я хрипло, короче. Сейчас я найду. Ну, в общем, у нас с вами есть 2 часа, чтобы я вам все рассказала. То, что собираюсь рассказать. Твич пашет. А сообщение с Твича я вижу. Захар, привет. Да, конечно, я убрала громкость уведомлений. Я, конечно, нуб в этом деле, но не настолько. А у вас 11, отлично. Сейчас я попью кипятка просто. Мне реально, вот, не могу, короче, не привыкла так разговаривать. Сейчас... Голос прорежется. Все. Котов убрала специально. Тихо. Все. Ладно. Это не спорт банка. Ну, это банка PlayStation. Ну, не банк. Это вообще не банк. Короче, ребят, значит, я решила делать ASMR-стрим. Я знаю, что многие, наверное, на моем канале сочтут, что это полный бред, но это все-таки мой канал. И я решила, что мы с вами должны чаще делать, ну, вообще, делать разговорные стримы, потому что когда я играю в какую-то игру, я, конечно же, с вами иногда мало общаюсь, пропускаю сообщения, все такое. Вот, вы на меня обижаетесь, но на таких стримах... Захар, ну перестань, я вообще-то речь готовила. Вот реально угораете. Ладно, ну я в любом случае буду говорить мур, тем
Скоро на полу окажусь.
слышали в правое ухо, а сейчас типа в левое будет. Ну, блин, это просто пример. Привет, Егор. Да почему эротически там? Я не могу эротический стрим делать. Я не умею. Хотя, может, научусь потом со временем. Ну, короче, вот, ну, типа. Ну, вот, ну, как бы. Вариантов дофига, всякие звуки клевые делать. Ну, и на меня, кстати, влияет еще очень сильно эти визуальные триггеры, да, то есть когда там что-то делают такое, типа, вот такое, типа, спокойной ночки, спокойной ночки, спокойной ночки, вот, спокойной ночки, спокойной ночки. Я пока не умею, короче. Что намякиваешь? Опять в тех друзей. Ну, ё-моё, он купил её друзья. Ну, должна я их разносить, что ли, как? Кстати, поп съезжает. Я не могу там. Вот такого я реально не ожидала. Я всегда.
Если кому-то такие стримы не нравятся,
даже не хардкор от эпизода. Ну, смотрите, ну, как бы, если вдруг вы захотите отписаться, ну, это ваше право. Игровые стримы никуда не денутся. В общем, на таких... Да, заткнись. На таких стримах мы можем с вами обсудить, что будем играть дальше. Я могу рассказать вам что-нибудь из своей жизни, там. Вы можете мне рассказать. То есть это просто такой разговорный формат, которого давно не хватало на моих стримах. Я могу... Ну, то есть я буду на стримах СМР рисовать вам сигночки. Это у меня на канале совершенно бесплатно. Пока что. Но я их, короче, эти сигны не люблю делать. Потому что я не люблю фотографироваться. Но, короче, надо со своими комплексами как-то справляться, я так думаю. Какая-то милая. Спасибо, Илья. Ой, Захар, мне этот став присылал, короче. За что дается вот этот вот 1СТ. В общем, по-моему, это дается тем, кто самый первый подписывался платно на канал. Что-то такое. Вот. Я сегодня весь день смотрела аниме по персоне 5. В итоге оказалось, что сериал закончен. На самом интересном месте неизвестно, что будет ли продолжать. Как они посмели. Про работу мою. Ну, может быть. Я вообще решила, знаете, что за... За 5 лет, как бы, нам надо бы с вами, может быть, поближе познакомиться. Может, я вам какие-нибудь секретики рассказываю. Ладно, в общем, это первая причина. Это, которую я сейчас озвучу. То есть первая причина, что нам нужно с вами видеться чаще. То есть, считайте, теперь на неделю будет всего где-то 2 выходных. То есть я буду после работы стримить, я буду свои выходные стримить. Вот, кто хочет приходить на игровые стримы, кто хочет на разговорные, кто хочет, приходите всегда. Вот так. Дальше, значит, что еще? Лайфстенд, привет. Все, я перехожу в ВК. А почему? Эти разговорные стримы, на каждом из них будет СМР. Да, мне нравится именно СМР. Я, по-моему, уже сказала, да. То есть... Очень сейчас серьезная тема. Я принимала успокоительное, короче, ходила к врачу, но были кое-какие проблемы. Это, конечно, в основном связано с моей работой. Так вот, я уже думала даже понизить хардкор на своих игровых стримах, поменьше смотреть ужастики. Но я не могу. Это моя сущность. Я не могу. Вот. Это же я, Гена. Геночка. Тренд Про, привет! Вот и тоже ли это СМР? Да, так я знала то, что многие скажут, что я типа, ну, как бы, это просто другой формат стримов, который никак, абсолютно никак не повлияет на игровые стримы. Так что, если вам что-то не нравится, я прекрасно понимаю. Кстати, многим, да, не нравится СМР, очень много всяких хейтеров заходят, ну, на такие каналы. Так вот, да, мне нужно, в принципе, самой немножко успокоиться, какая-то спокойная обстановка став. Вот я тебе сейчас объясняю. Но мне не нравится, вот сразу на несколько вопросов отвечу. Мне лично не нравится вот это, вот, например, смотрение фильмов на стримах. Вот кто-то там сейчас написал. Привет, привет. Коль, ты тоже привет. Я постараюсь, не кажется. Но если я буду болеть, я такие стримы, наверное, не буду запускать. Вот. Ну, про фильмы могу сказать, да, то, что можно, конечно, прикольно комментировать фильмы и все такое. Но... Спасибо за подписочку, спасибо большое. У меня душа лежит к СМР. Смотрение фильмов — это совсем ничего не делание. Я, возможно,
точно буду как-то креативно подходить к стримам СМР. Кому не нравится, не приходите, кому нравится, то есть я вас жду. Я хочу как-нибудь, понимаете, мне нужна мотивация вообще в этой жизни и в стримах тоже. Я хочу наряжаться вообще СМР, стримы или видео. Мне они очень нравятся тем, что там девушки обычно такие красивые. Но я сейчас ничего про себя не говорю. У меня дофига. Сори. У меня дофига комплексов. Вообще больше, наверное, чем у каждого из вас в этом чате. И стримы, они мне очень сильно помогают раскрепощаться и вообще как-то в этой жизни, может быть, развивать свое я. Вот. Так вот, я благодаря, ну, таким стримам буду сама себя мотивировать, то есть там как-то может менять свою внешность, чтобы вот самой себе тоже нравиться на таких вот, когда вот я вот так вот просто на весь экран, я никогда не думала, что я когда-нибудь буду стримить на весь экран. Вот. Добрый год, привет. Что еще хотел сказать? Бэкрикс, привет, привет. Где чай? А, вот же он. Я без чая. Ты чё? Я не могу без чая. Так, сейчас. Еще тогда пивну, раз уж вы мне про чай напомнили. В следующий раз, если разговорный стрим будет нормальный, то... Давай, Фокси, пока. Фокси. Пока-пока. А, нормальный нет. Ну, если нормальный в таком формате, именно в каком-то другом, то нет, наверное, таких стримов не будет. Привет, Бобочек. Сделай вид, что не слышала этого, раз модератор тебе. Да нет, ну, ребят, высказывайте свое мнение. Я правда, кстати, конечно, думала, что Фокси меня сегодня, если что, от хейтеров позащищает. Ну, как бы, если хочет, хочет, пускай уходит. Спасибо, Став. С фильмами прикольнее. Смотрите, АСМР, ну, я вот серьезно сама лично на таких стримах иногда очень сильно кайфую и иногда прям засыпаю под них, это реально тема. Я понимаю, что, ну, может быть, не всем это нравится. Я сначала вообще не понимала, что это за бред, пока не посидела где-то, ну, минут 20-30 на таком стриме. Спасибо, Сахарушка. Ой, Сахар, ну, меня, походу, скоро все бросят, но все-таки я была к этому готова. Я вообще готова, потому что сегодня к дизлайкам и ко всяким таким вот. Мне, наверное, после стрима в личку еще понапишут всякого. Ну, типа, не знаю. Многих отношений к СМР такое плохое. Типа думают, что просто человек сидит какой-то бред делает на стриме, да, там получается это донат, предположим. Вы знаете меня прекрасно, я стримлю не для донатов. Я просто хочу с вами чаще видеться. Вот. Отлично отработал. Но я устала, конечно, как обычно. Немножко тоже нервы мне там помотали, но в принципе все окей. Спасибо, что спросили. Почему вы думаете, что посмотреть фильмы? Вот смотри, я же сейчас с вами общаюсь. Если я буду смотреть фильмы, я, получается, не буду с вами общаться. Короче, да, фильмы на стримах я вряд ли буду смотреть. Я не буду зарекаться вообще ни насчет чего, но фильмы я вряд ли буду смотреть. Я вам сразу говорю, фильмы вы можете без меня посмотреть, я могу без вас посмотреть. Правильно, правильно. У меня странное отношение к СМР. Вот, так да, у меня тоже сначала было такое же отношение, но, короче, СМР — это такой творческий, красивый стрим, может быть. Я обязательно буду творчески к этому подходить. И не волнуйтесь, игровые стримы никуда не денутся. Буквально послезавтра у меня будет игровой стрим, на котором вы мне можете все вот это высказать. Да вы мне сейчас можете все высказать. Некомфортно. А, ну да, есть еще такая версия, что кому-то просто некомфортно. Привет, привет. Дофига задержка. Я просто медленно летаю, наверное. Доктор Стрэндж, ты его знаешь?
пошелестим чуть-чуть. Я просто думала, что я, наверное, создам отдельный канал для АСМР, а потом решила все-таки попробовать на своем канале. Вот, вот такая вот у меня дилемма, понимаете? Просто вот, ну, вижу я что-то прикольное и хочу сама это попробовать. Вот поймите меня правильно. А, кстати, еще не договорила. О чем поговорим в таком формате? Ну, как-то разговор может сам пойти. Можем. Я думаю, что мы скоро с вами будем, во-первых, следующую игру выбирать для стрима. Вот об этом. Знаете, что это? Это кусочек обоев, которые оторвали мои коты, пока я работала. Ну, вот, вот попалась мне сейчас под руку, ладно. Какие трешовые фильмы? Такие трешовые фильмы вряд ли кто будет смотреть на стриме. Там уже кто-то фильм предлагает. Джулия Вольф что-то. Я знаю, что она тоже как-то делала АСМР. Я видела ее первые стримы. Ну, не стримы, там видосики. Джулия Вольф, если ты здесь, то приветик тебе. Тащи котейку, пускай мурлыкает микрофон. Я их заперла, но, возможно, я их верну, да, для мурчания. Потому что сама я, наверное, еще не умею мурлыкать. Плохо мурчу. Захарушка, ты, кстати, мои новые гифки еще пропустил, да. У меня новые гифки теперь. Ты мурашек. Я пока, наверное, не умею это мурашек. Что-то преувеличиваю. Я пока не умею это мурашек. Всегда думала. Сейчас, подожди, сейчас будет мур, но это будет тупо, сразу говорю. Думал о АСМР стримах, что там сзади лежит. Кто лежит? Грузин. Почему? Блин, то куда жопа едет? Вот. Нормально. Поехали дальше. Так. Вот чат надо. Сахар, ты сказал, что ты до конца стрима будешь здесь, поэтому я еще подготовлюсь немножко. Раз про фильмы заговорили, как дела с викингами? Ну, я пока до сих пор их еще не посмотрела. Как-то так. Не знаю, что там в последнем сезоне. Там уже следующий сезон анонсировали. У меня плохо дела с викингами. Блин, Захар поддержал. Я прям вообще так рада, что кто-то из вас нормально отнесся ко мне. Кстати, никогда, ну, мне не нравились вот такие ракурсы. То, что передо мной сейчас камера находится. Так что я вам сразу говорю, я ужасно стесняюсь. Но просто нужно делать еще такие стримы, но помимо игровых, еще какие-нибудь. Вот я долго думала, какие придумала СМР. Да-да. Ой, мои самые любимые постоянные подписчики меня сегодня больше всего ругают. Ну, окей. Сейчас пойду таки в Дискорд меня обсуждать, какая я плохая. Блин, чай горячий. Горячий чай. Вот в этой кружке он ужасно долго остывает. Спасибо, доктор Стэн. Прекрасно тебе стрим, но я, пожалуй, пойду. Не знаю, почему на меня этот формат на нервы действует такой. Окей, давай, пока. Ты не шаришь просто со мной по кайфу в наушниках, Лёша слушает. Ну, не, я, возможно, еще просто не умею СМР делать. Хотя шепот это уже считается один из видов СМР. Короче, так получилось, что я сегодня весь стрим оправдываться буду, походу, но ничего.
короче, получить вот такую пачку критики, я думаю, это тоже полезно. Че, серьезно, викинги? Викинги ухудшились. Кстати, сегодня ночью, кто еще не смотрел вот этот вот фильм по Breaking Bad, ну, типа, фильм по продолжению сериала, ну, вы поняли, я, наверное, пообъясняю. Короче, сегодня там будет озвучка топовая от Кубик в Кубе. Я буду смотреть, наверное, сегодня ночью. Попробуй остаграмиться. Это что такое? Спасибо, Gaming Channel. Спасибочки. Да хер там, Захар сегодня выходной. Блин, нифига себе, ты перенервничала. У меня живот заболел. Сейчас я успокоюсь. Так, у меня была такая длинная речь, реально, на 2 часа. Что-то еще я вам хотела рассказать. Стограммиться. А, 100 грамм, типа. Да не, ничего. Ничего страшного. Просто вы меня бросили. Поможет. Нет, какой нафиг психолог. А, Фокси, не знаю, если ты смотрел мои первые стримы, то ты, наверное, прекрасно понимаешь то, что в отличие от первых стримов, я уже очень-очень сильно, ну, подавила в себе стеснение. Я тогда даже привет не могла сказать. Я разговаривала как робот. Я боялась вдохнуть, выдохнуть. То есть я никогда и представить не могла, что у меня камера будет на весь экран. Я вообще тогда без камеры стримила первый раз. Спасибо, Лео. Да, нет, ну, в принципе, я уже не волнуюсь, просто немножко обидно то, что мои постоянные, ой, что мои постоянные подписчики вот так вот отреагировали. Я вообще-то думала, что наоборот будет, что типа там какие-нибудь новенькие или вообще кто-то будет заходить, типа, чего за фигня. Вот, будут уходить, короче, а старенькие типа скажут. Ну, хотя нет, старенькие все-таки подписывались на игровые стримы, так что все предсказуемо. Стрим. Нет, я, пожалуй, завтра у меня будет выходной. Кстати, наверное, знаете, что надо делать? Теперь, раз уж я примерно разобралась, какие у меня стримы теперь будут. Да, СМР, не каждый понимает. Я тоже не понимаю его до конца. Да я почему-то смотрю его. Так вот. Линк, ты очень старенький, что ты врёшь. Решила стать. Я вас не. У меня опять этот звук выскочил. Да я не могу его сделать. Он случайно происходит. Да пожалуйста, Илюша, пожалуйста. Блин, такие добрые некоторые. Некоторые такие добрые, некоторые такие злые. Ладно, пока я. Что я там еще рассказала, короче. Я тут не одна, слава богу. А то если бы я была одна, мне вообще бы хреново бы уже, наверное, стало. У меня бы сердечный приступ уже произошел. У меня тут Миша со мной. Миша. Мишенька, я так стесняюсь. Вообще, помоги мне. Так вот, ладно, продолжим. На всякий случай Мишу посади. Ну, взяла с собой, если прям совсем. Ладно, это все мы будем со временем улучшать. Кстати, знаете, что, мне кажется, микрофон может быть лучше повесить, чтобы он на столе не стоял. Вот. Я не испытываю мурашек от СМР, но СМР слушай, нравится. Слушай, ну вот конкретно прям вообще мурашек я почему-то тоже не испытываю. Ну знаешь, короче, я такие видосы смотрела. Не знаю, как изобразить только. Сейчас попробую. СМР не адитанна. Не поняла, что это значит, но по ходу дела тоже, типа, чувак не любит СМР, ну давай пока. Да, мне спокойно, мне полегче стало немножко. Можно вообще вот так сделать.
Спасибо.
задержу их. Вот вам. Вот вам, поняли? Изнасилование микрофона Мишей. Ну, прикольный звук, кстати, мне нравится. Знаете, как будто представьте, короче, что медведь идет под снег. Просто
Спасибо за подписочку. Спасибо.
Thank you.
смеюсь. Вы знаете, я просто сама нелепость и сама неловкость, а ведь в жизни я такая же. Такая же. Спасибо, Илья. О, Крисамэн, привет. Крисамэн без ошибок написал. Про секс без ошибок. Почему ты именно про секс без ошибок написал? Обычно у тебя по 10 ошибок в одном слове. Так, я записываю. Потонь.
чисто по фану там бегать, она может быть скучновата для стрима, к сожалению. Спасибо, потом ты не мог поверить, что меня так поддержали. Не очень получается, но пофиг.
значит ведьмак, а Акуму. Акуму. Поняли, да, что такое Акуму? Это Evil Within на максимальной сложности. Первая часть. Infamous. Так, что там у нас? Walking Dead, Parasitive, Amnesia, Darksiders, Outlast, Fallout, первый, второй, и когда? Никогда не поняла, когда нам все части предложили. Ах ты, пароль, не помнишь, ну как быть? Я не запомню твой никнейм. Чего? Что такое чего? Чего-чего? Чего-чего? Спасибо, что ты... Ой. Спасибо, что ты пришел ко мне на стримчик. Спасибо, что поддержал. Мне очень приятно. Так. Постул. Я не могу постул, потому что там котов обижают. Я буду плакать весь стрим. Я и так плачу последние стримы постоянно. Я играла в PUBG, да. К сожалению, это не мое. Я вообще в онлайн редко играю. Так что... Так, все. Больше не предлагаем игры, потому что у нас много тут игр. Надо еще проверить, чтобы у меня все эти игры были. Или надо их будет прикупить. Правильно? Правильно. Спасибо, Илья. Спасибо большое. Блин, не могу. Я все ниже и ниже. Заметили? О, я вернулась. В общем, спасибо огромное, что предложили игрули. Я теперь знаю, чего вы хотите. Кстати, Dark Souls 2 никто не хочет. У нас там с вами DLC начатое, но не законченное. И еще у нас есть начатая игра MGS4. О, Фокси хочет Dark Souls 2. Хорошо. Dark Souls 2 DLC оставляем. Пошуршить им не будет. У меня тут есть, знаете, что? Я, правда, если пошуршу, наверное, это будет все громко. Я взяла пожрать просто. Буду очень медленно это делать, потому что иначе будет ужасно громко. Я потом триггеры какими прикольно придумаю. Очень хочу вернуться к Dark Souls. Люся, потанцуй, пожалуйста. Хорошо.
тигры. У меня всегда на стриме игры. Это первый стрим по СМР. Я не в шариках, офигенно в утробе. Можно их спокойно там с чаем, типа. С кофе.
Шелестю,
живой с ними нормально. А мне шортики понравились. Могу показать еще раз. Сейчас мне нужно будет сменить положение, потому что ноги затекают. Не, ну, короче, прикиньте, да, у меня нет ни одного стула в квартире, который бы не скрипел для СМР. Это вообще не подходит. Длинные пальцы — это прекрасно. Лёха задолбал, купи уже окно, а то слышно, какой с Машкой СМР делает. Когда я это говорила, я почему-то сначала сказала, потом поняла, что сказала.
Надеюсь, меня не забанят. Сейчас, короче, пойду. Да ё-моё. Так, надо раскачаться немножко. Ой. Ой-ой. Так, я приду. Сейчас котов покажу. Он мурчит. Он мурчит. Скорее. Скорее, малыш, мурчи. Ой, блин, сейчас опять впаду. Долбаные подушки. Что ж такое? Ты знаешь, Парона Корона? Нет. Вот мой коточек. Вот мой коточек. Ну, коточек. Ну, коточек. Ну, что ты? Ну, что ты моя попка? Ну, что ты моя жопка? Жопка.
бразильские доллары 583 рублей по нашему. Ой, все посчитал. А как ты понял, что это бразильские доллары? Типа R. Твой кот похож на Таноса. Твой кот прикольный, так он шерсти тут накидал. Спасибо за подпись. Your best baby. Я не играю в Fortnite. Я играю в основном в игры на прохождение, ну, всякие разные, там, типа, эксклюзив каких-нибудь консолей, там, или какие-нибудь хорроры, или Red Dead Redemption. Вот мы сейчас проходим второй, почти что закончили. Вот такие игры. Я не люблю онлайновые. Хотя, возможно, когда-нибудь начну. Не знаю, когда. Ну что, ребятки, я, наверное, пойду. Знаете, надо что-то делать со стулом. Я, наверное, куплю стул для начала, нормальный для таких стримов, да. Резик пятый я буду проходить с одной стримершей в коопе скоро. You got an amazing body, do you go to the gym? No. Не знаю, мне кажется, я потолстела. Второй год не захотел. Да и этот что-то не очень захотел. Второй там вообще дрыхнет, короче, говняшка. Сейчас это, как они обычно после стримов делают, начинают носиться как сумасшедшие, когда уже спать пора. Вот. Что хотела сказать? В общем, да, то, что я пойду. Мне завтра на работу. Я была очень рада с вами немножко пообщаться. Мы выбрали несколько игр. Вы, надеюсь, поняли немножечко. Ну, то что? Я хочу с вами чаще видеться. Даже дело не в каком-то там ASMR. Я реально очень хочу чаще с вами видеться. То есть, ну, я просто не могу, понимаете, после работы. Сахар, сахар. Сейчас будет, напоследок будет. После работы я иногда не могу играть в игры, потому что я даже нечаянно ору. В общем, у меня тут соседи, и, к сожалению, нельзя так делать. Да не за что. Это такой прям малюсенький стрим. Спасибо, сахар. Спасибо. К сыру. Нейтрально. Я люблю сыр на завтрак. Спокойной ночи. Пожалуйста, да. Да. Спасибо за стрим. Вот рофлит просто. Рофлит. Сахар, ты здесь еще? Сахар, 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 сахар. Сахар, сахар. Вышел вот этот вот фильм, продолжение Breaking Bad, который
кот. Уходи отсюда. Клаус, thank you, thank you, thank you. Клаус, Клаус. Thank, thank. Клаус. Ну, малек пришел весь стрим. Стрим, и в общем, такие вот маленькие планы. Если меня не будет, то мне нарисуют.